Здравствуй, Оливия. Молли отпустили. Что? Я не знаю, как это возможно и с чьей подачи, но ее выпустили под домашний арест. Ну, тогда получается, она дома должна быть. Пойдем сходим. Да, ты права. Пойдем. О, мне только переодеться нужно. Подожди тут, ладно? Молли, твой адвокат пришел, и Оливия. Я сейчас спущусь. Скажи мне, Молли, почему я, как твой адвокат, узнаю о твоем освобождении от смотрящих в тюрьме? Кто тебе помог? Вы, мистер Мартинес, как мой адвокат, должны были раньше сделать это, чтобы я не в тюрьме сидела с этими отбросами общества, а дома. Молли, что с тобой? Ты такой грубой никогда не была. Знаешь, Оливия, переживете то, что я пережила, и не так заговорите. Вы зачем пришли? Выяснить, что произошло и почему тебя отпустили. Это, как минимум, незаконно. А вы что, получается, защищаете только тех, кто за решеткой сидит? Я государственный адвокат. И да, ты права. Я защищаю только тех, кто за решеткой. А те, кто под домашним арестом, должны обращаться в адвокатское бюро. Ну и прекрасно. Всего доброго. Мне было приятно с вами иметь дело. Спасибо, что помогали. Мистер Мартинес, подождите. К ней парень какой-то пришел. Как сказала она, это друг. Но я его никогда не видела. Друг, говорите. Ладно, пошли, Оливия. Эй, ты чего плачешь? Мне так обидно. Мы ради нее стараемся, а она с нами вот так грубо. Она же опять куда-нибудь вляпается. И кто знает, возможно, мы ей даже не сможем помочь больше. Не расстраивайся. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Но ты же не сможешь больше заниматься ее делом. Официально, да. Но никто же не отменял человеческую помощь. Правда? Спасибо тебе, Джастин. Я тут узнал, что Молли отпустили под домашний арест. Нужно все сделать, чтобы твоя мать об этом не узнала. А то мало ли, что она там еще выкинет. А какие основания для ее освобождения? Мэтт, это сейчас для нас самая большая загадка. Думаю, на суде все прояснится. Осталось совсем немного времени. Слушай, отец, завтра Меган приезжает, и мы будем жить отдельно. Сам понимаешь, не хочу, чтобы ее в это впутывали. Конечно, это правильное решение. Мэтт, это правда про Молли? Уши у тебя как локаторы. Давай только не здесь, пошли ко мне в комнату. Ну, как я понял, Молли отпустили под домашний арест. Но почему и кто это сделал, неизвестно. Наша мать об этом ничего не знает. А значит, это не ее рук дело. А с чего ты взял, что она не в курсе? Она слишком спокойная. Знает, что мы ее на лечение хотим отправить, поэтому никуда не суется. Тебе не жалко ее, Мэтт? Жалко. Очень. Она же и моя мать. Но это для нее лучше будет. Она совсем забыла, что у нее еще дети есть. Мне нужно уехать. Джейк, не уезжай. Я не хочу оставаться одна. Но у меня же тоже есть дела. Так и скажи, что я просто надоела тебе. Молли, я на протяжении полутора лет пытался добиться твоего внимания. Только благодаря тем таблеткам я мог быть с тобой близок. А теперь ты рядом. Ты хочешь быть со мной. Как же я могу от тебя устать? А когда ты вернешься? Через пару дней.
Уже после суда только. Ты должна понимать, что мне нельзя сейчас высовываться, а ты должна придерживаться нашей версии. И когда тебя оправдают, я заберу тебя к себе, и у нас будет семья. Со мной семьи не будет, Джейк. Я не могу иметь детей. Какая здесь семья? Мы обязательно что-нибудь придумаем. Все, я пошел. Джейк, только оставь мне немного. Хорошо. Молли Росс, обвиняемая по статье 105, ваша статья переквалифицируется в статью 37, а точнее необходимая самооборона. Суд счел, что ваши действия не являются преступлением, так как вы защищались от насилия со стороны Роберта Брауна, а также это было доказано, что вас не было на месте убийства, а значит, второй выстрел произвели не вы. Слушание закрыто. Это все ложь, они купили судью. Это она убила моего сына, я точно знаю. Аманда, ты уже перешла все границы. Мы сейчас же поедем в больницу. Ну, наконец-то этот кошмар закончен. Теперь ты снова можешь подготавливаться к поступлению в вуз и попробовать сдать экзамены. Это ни к чему. Я не хочу больше музыкой заниматься. А чем хотела бы? Ничем. Я очень хочу домой. Как думаете, что с ней? Молли столько всего пережила, что теперь это ее защитная реакция. Агрессия, она думает, что защищает себя. Ей бы, конечно, не помешало к психологу походить. С Молли сейчас вообще невозможно вести диалог. Ты был прав, меня оправдали, даже условный не дали. Я ведь тебе обещал. Спасибо, что поверила и ничего про меня не сказала. Но ты же мне расскажешь, кто убил-то Роберта? И почему ты так скрываешься от всего? Я все тебе расскажу, но только не здесь. Садись. Это с кем она уехала? А это разве не Джейк, друг Роберта? Похож. Но я так давно его не видела, так и не вспомню уже. А мне больше всего интересно, почему она с ним уехала. И я уверен, что это тот самый друг, про которого и рассказывала мадам Росс. Возможно. Нужно бы поговорить с Молли. Думаю, они домой поехали, так что там все и встретимся. Но вот тут мы и будем жить. Не думала, что здесь будет так уютно. Мы недавно с мамой разъехались. Это она все тут облагораживала. Теперь, надеюсь, ты мне будешь помогать в этом. Джейк, ну, конечно, буду. Но можно я тебя попрошу кое о чем? Конечно, что хочешь. Дай мне таблетку. Опять? Молли, может, хватит? Тогда ты очень нервничал, но сейчас-то что? А ты что думаешь, то, что я хожу и совсем соглашаюсь, означает, что я спокойна и счастлива? Это не так, Джейк. Совсем не так. Мне на самом деле очень хреново, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы тупо не спрыгнуть с крыши. Ой, так не хочется, чтобы это спокойное утро заканчивалось. Это да, но нужно ехать на работу, навести справки про Джейка и, наконец-то, вытащить Молли из этой ямы. Джастин, скажи, а ты не хотел бы куда-нибудь от всего этого уехать? На недельки так две, отдохнуть. Конечно, хотел бы.
Так давай что-нибудь придумаем. Я не против. Давай тогда подбери, куда бы ты поехала, и вечером все обсудим. Слушай, может, сварганишь чего-нибудь на завтрак? Я не хочу, приготовь сам что-нибудь. Послушай, ты сидишь в телефоне постоянно. Ты что, думаешь, я с тобой начал жить, чтобы ты диван просиживала и ничего не делала? Ты вообще мне должен спасибо сказать, что я согласилась с тобой жить, и что я на суде про тебя не говорила ничего. Ты что, меня теперь этим тыкать будешь? Просто тебе нужно понять, что с тобой в трезвом уме и светлой памяти никто бы не стал жить. Я знаю, чем вы занимались с Робертом, что продавали всю эту хрень в его клубе, и девчонок там всяким папенькам продавали, поэтому не советую тебе указывать, что мне делать. Теперь ты будешь слушаться меня, понятно?